Да только не плачьте обо мне, не горюйте. Живу я во дворце, зверь или снова чудо морского. Как королевишна. Как королевишна? Новая постановка классического сюжета. Сказка «Аленький цветочек» открывает новогоднюю кампанию областного драматического театра. Спектакль для детей накануне праздничного марафона. Традиции ивановской труппы. Сюжет для спектакля этого года – сказка Сергея Аксакова. Постановка музыкальная и добрая, с песнями и танцами. «Аленький цветочек» – своеобразный подарок ивановцам к завершающемуся году литературы. Новогодняя сказка должна быть доброй, чтобы зарядиться этой добротой на будущий год, чтобы впечатления, которые донесла эта сказка, вот теплые впечатления, чтобы они сохранились на праздник, ведь, как известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Сказка с классическим и известным, наверное, даже самым маленьким зрителям сюжетом должна воспитать в юных театралах любовь к языку и литературе, обратить их внимание на творчество Аксакова. Лексика сохранена авторская, напевная, лиричная. Довольна ли, госпожа моя, своими садами да палатами, угощением да прислугою? Дети, рассказывают артисты, самые благодарные и эмоциональные зрители. Они внимательно следят за каждым движением на сцене и все подмечают. Обмануть маленьких театралов не удастся. Играть, чтобы оценили, необходимо с полной самоотдачей. В сказке были очень хорошие декорации. Актеры очень хорошо выступали. Этот спектакль был поставлен очень сложно. Он был очень качественный. Я считаю, что эта сказка должна нас научить тому, что если вы что-то наделали, вы должны за это отвечать. Открыть новое в классической теме непросто. По аксаковской сказке снятые мультики и фильмы. Конкурировать с ними постановки волей-неволей приходится. Мне больше нравится смотреть спектакль, потому что там живые люди, они показывают, у них чувства есть. Добрая, вечная, волшебная. Постановка в драмтеатре получилась именно такой. Создает настроение и погружает в сказку, которая так необходима накануне зимних каникул. Увидеть взрослую историю для детей о вечных ценностях можно будет до 5 января. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.